Еженедельное оперативное совещание прошло в Люберецкой администрации. О работе, проделанной за минувшие 7 дней, отчитались руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб. За минувшую неделю в Люберецкую полицию поступило 2000 обращений граждан. Возбуждено 36 уголовных дел. 29 из них по горячим следам раскрыты. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона за отчетный период совершили 64 выезда, в их числе 8 на тушение пожаров. Есть погибшие. Поселок Торбеево, Санта-Мичуринск, улица Яблонева. В результате пожара горел частный дом по всей площади. В результате проведения работ по разбору завалов обнаружено 2 человеческих тела. Личности полуустанавливаются. Аварийных отключений на объектах тепловода, газа и электроснабжения не было. В единую диспетчерскую службу ЖКХ поступило 3341 обращение. На содержание и уборку автодорог задействовали более 150 дорожных рабочих и почти 170 единиц спецтехники. В рамках летнего содержания автомобильных дорог проводились плановые работы по влажной уборке и очистке проезжих частей автомобильных дорог от мусора и смета, пешеходных переходов, тротуаров и остановочных пунктов. Участники совещания обсудили вопросы, связанные с вывозом мусора и ремонтом дорог, работу системы 112, а также узнали об очередных спортивных достижениях люберчан. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.